виделись, я была на гастролях, но я, конечно же, ни на одну минуту не забывала о вас, я не забывала о наших уроках игры на варгане с Утой, и сегодня мы движемся далее, мы усложняемся, и хочу сегодня порадовать вас новым приемом, который называется «Кукушка». Очень много приходит вопросов, спрашивают, как же ее издавать, как же ей подражать. Я все сегодня объясню и надеюсь, что это будет просто, доступно и понятно. Итак, для того, чтобы нам освоить подражание голосу кукушки, нужно для начала проработать аппарат, как мы делали это ранее. Для этого мы будем с вами произносить звук «ка-ку», «ка-ку». Не ку-ку, а именно ка-ку. Давайте тренироваться. Ка-ку, 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 ка-ку. Теперь выключаем звук, убираем наш голос и произносим это без голоса. Очень важный момент. Мы не произносим это так, как в речи, не выдыхаем. То ка-ку, ка-ку. Нет, мы не шепчем. Мы просто выключаем дыхание, выключаем голос. Звук идет просто. Не дышим. В этот момент мы вообще не дышим. Итак, кукушка. Ка-ку. Не дышим. Дышать запрещено. Пробуем. Теперь можно дышать. Теперь еще раз задерживаем дыхание. Берем, задерживаем. Пробуем. Не дышим. Произносим ка-ку, ка-ку. Но не шепотом, а просто не дышим. Итак, разрабатываем аппарат. Ка-ку, 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 ка-ку. С хамусом, без голоса, без дыхания. Ну как, получается? Чтобы наша кукушечка звучала как можно правдоподобнее и красивее, мы с вами должны делать это на пределе своих возможностей. Да, это тяжелый труд, создавать красивую музыку. Поэтому гортань нужно напрягать и стараться говорить «ку» без голоса, очень высоко. «Ку, ку, ку». Видите, у меня прям напрягаются все связки, все мышцы. Но выключаем голос, пробуем. Не дышим, помним. Напрягаемся прям аж. Вот физически тянем шею, потому что все-таки у птицы голос высокий, следовательно, мы тоже физически пытаемся себе помочь. Итак, вплетаем в музыкальную ткань йо-йо-йо-йо или лё-лё-лё-лё-лё. Рука работает как моторчик, а как-ку – это музыкальные акценты. На каку можно замедляться. Надо эти два удара каку вместе с рукой, чтобы подчеркнуть важность, выделить этот акцент в виде кукушки. Для начала нужно все делать медленно. Давайте попробуем вместе медленно. Значит, делаем йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо каку. Йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо каку. Йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо каку. Поехали вместе. Получается? Я уверена, что получится. На самом деле нужно приложить совсем немного усилий и уяснить и уложить вместе много действий. Не дышать, напрягать гортань, стараться говорить каку внутри себя очень высоко, прям с напряжением, и выполнять музыкальную ткань, потому что только на фоне музыкальной ткани кукушка будет выделяться очень четко. Пробуем еще раз вместе. Йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо каку.
Как-ку? Желаю всем успехов. Если есть какие-то вопросы, что-то осталось непонятным, не стесняйтесь, пишите в комментариях под видео или мне на почту info@utay.ru. Я всегда открыта для общения, я всегда открыта для вас. С радостью и удовольствием. Не забывайте ставить лайки и советовать вашим друзьям также подписываться на мой канал. Дальше будет только интересней. Успехов вам, мои хамусисты! Пока-пока!